Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем Евангелии, братья и сестры, нам евангелист поведал о том, как Спаситель наш вошел в землю Заиорданскую. Эта земля называлась Гадаринской землей. И вот там встретил его одержимый человек. И он начал неистово кричать: «Иисусе, Сыне Давидов, зачем Ты пришел мучить нас?» Но на самом деле это неодержимый человек говорил, потому что он был один, но говорил во множественном числе. И Спаситель тогда спрашивает: «Как тебе имя?» И это множество отвечает: «Легион». И тогда Господь изгоняет этих бесов из человека несчастного. И как нам говорит Евангелие, легион бесов умоляли Спасителя, чтобы Он не посылал их в бездну. Что такое бездна? Никто не знает, что такое бездна. Мы только можем догадываться, что это ужасное, бесконечное существование без Бога. И в эту бездну человек падает бесконечно. Он падает и не может в этом падении остановиться. И сам бес боится своей же бездны. Он боится этого одиночного существования. Потому что все там бесы, они существуют поодиночке, несмотря на то, что их там много. Но там нет ощущения единства, там нет ощущения близости. «Не отправляй нас в бездну», — умоляет его легион бесов, «а отправь в это стадо свиное, которое пасется на берегу». И тогда Господь отправляет их в это свиное стадо. И как будто какой-то невидимый вихрь подхватил этих животных, и они стали бежать, быстро бежать, и бросились из крутизны в море, и утонули все, как говорит нам Писание. Свидетелями этому были апостолы и пастухи, которые пасли это свиное стадо. Пастухи отправились в ближайшие селения для того, чтобы рассказать об этом. В скорости появились жители этих селений, и, как говорит нам Писание, они умоляли Христа, чтобы Он покинул пределы их земли. Как знакомы нам эти слова, потому что в начале Евангелия говорилось о том, что бесы говорили: «Оставь нас, не мучай нас». И жители говорят буквально те же слова: «Уйди из нашей земли, не мешай нам жить». Как же Христос мешает человеку жить? Часто можно слышать от людей такие слова: «Эти заповеди евангельские уже давно устарели, жизнь далеко ушла вперед». Это все их терзает, мучает. Они не хотят слышать этих заповедей. Их мучают молитвы других людей. Они обязательно придираются к тем людям, которые молятся, которые читают молитвы. Им не нравится, когда кто-то постится. Казалось бы, какое это имеет к ним отношение? Но они выражают всегда свой протест, свое недовольство. А зачем поклоны земные делать? Казалось бы, ну вы не делаете, да и будьте спокойны. Нет, это их мучает. Они как бы хотят сказать: уйдите, оставьте нас, христиане, оставьте эту землю. И поэтому по статистике говорится, что каждые 5 минут в мире погибает один христианин мученической смертью. Вот мы говорим сейчас, пройдет 5 минут, и какой-то христианин будет убит. Это статистика. И сейчас мы все чаще и чаще слышим об этом. Дьявольская сила,
Это сила, которая способна разрушить человеческую жизнь от начала и до конца. Но эта сила невидимая. Никто не видит дьявола. Но иногда человек говорит: «Я чувствую его присутствие». Это бывает связано с разными вещами. Бывает, человек окунается глубоко в какие-то грехи. И он настолько привыкает к этим грехам, настолько становится зависим от каких-то грехов, что он не может остановиться. Он чувствует, что его в спину буквально толкает кто-то. И вот этот кто-то – это и есть дьявол. Это и есть его бесы. Они очень хорошо знают душу человека. Потому что они постоянно наблюдают за человеком. Бывает, человека доводят до самоубийства. И вы знаете, самое страшное, что молодых людей, часто молодые люди говорят: «А мне в этом мире тяжело, скучно, я не могу в этом мире жить. Все в этом мире мне надоело». А сколько же этому человеку лет? 16, 15. Человек не может жить без Бога. А если он живет без Бога, то он рано или поздно ощущает всю фальшь этой жизни, всю бессмыслицу этой жизни. Потому что вся эта жизнь – это есть устройство, приспособление нашего тела к этой жизни. Только тело, только внешнего человека. Но внутренний человек, который внутри нас, он остается без нашего часто внимания. Мы как бы не обращаем на него внимания, но он тоже нуждается и в пище, в духовной пище. Он нуждается в духовном воздухе, наконец. И все это дает только один Бог человеку. И вот если внутри нас какой-то бывает протест против Божьего, то впору вспомнить этих одержимых людей, которые говорили: «Уйди от нас, ты мешаешь нам жить». Разводить наших свиней. Почему именно свиньи? Потому что свиньи особенно утучняют человека. Они особенно делают его приземистым, то есть любящим землю и только землю. И когда мы смотрим на этих свиней, которые бежали к своему стремительно, обратите внимание, стремительно бежали к собственному самоубийству. Иногда человек так спешит делать какой-то грех, а на самом деле он ускоряет только собственное разрушение. Потому что любой грех мы по собственному опыту знаем, как он деформирует нашу личность. Нам очень тяжело часто оправиться от греха. Знаете, как пьянице тяжело оправиться на следующий день после пьянки. Голова болит, все тело развалено, он не способен к нормальной жизни. Любой грех человека разрушает и выводит его из общества, выводит его из пространства, где живет Бог. Поэтому, братья и сестры, когда мы смотрим на этот евангельский сюжет, то мы понимаем, почему люди не знали своего Спасителя, потому что они не знали своего врага. Почему первая ступенька духовной жизни определяется Иоанном Лествичником как познание собственного греха? А кто толкает человека на этот грех? Толкает дьявол. Это зло, которое всегда стремится к тому, чтобы не обнаружить себя. Он пытается всегда выдать свои желания бесовские за наши желания. И поэтому грешник часто говорит: «Я этого желаю, я этого хочу». Он даже не подозревает, кто на самом деле хочет, кто на самом деле эксплуатирует его желания, кто пользуется его силами, душевными и телесными. Бесы бывают разные, по-разному они действуют на человека, как и личности. Вот люди разные. Вот кто-то пытается всегда воздействовать на других людей хитростью, знаете, лаской, а какие-то люди действуют
силой своей воли, жесткостью, агрессивностью. Так же и бесы. Они воздействуют на человека по-разному. Помните слова Ефрема Сирина, как он сказал, что дьявол не смог сделать привлекательным ад, но он сделал привлекательным путь в ад. И поэтому, если человек говорит, ну это мне нравится, я это хочу, то человеку нельзя забывать этих слов Ефрема Сирина. Потому что путь в ад привлекательный, он действительно красивый, он может нравиться человеку. И там нет никакого внешнего, даже может быть, безобразия. Внешне все очень эстетично, красиво обставлено. Знаете, в народе говорили всегда, кто мягко стелит, бывает всегда жестко спать. Поэтому дьявол разные использует средства. Вот как игла для наркомана. Она дает ему приятности. Но какие разрушительные последствия, точно так же алкоголь, игромания, множество всяких современных увлечений, которые люди просто называют слабостью. А на самом деле это не слабость. Это серьезная зависимость. Что значит зависимость? Это значит, что у человека нет ресурса свободы. А без свободы этот человек, он не человек. Он просто приставка, приложение к этой страсти, к этой похоти. Он не имеет самостоятельности. Он просто производит продукт страсти. На самом деле это очень страшно, братья и сестры. Почему? Потому что самая основная цель нашей жизни – это спасти душу. И душу очень тяжело спасти. Конечно, молодые, как правило, люди об этом не задумываются. Те, которые постарше, немного больше об этом задумываются, потому что они чувствуют, как болезни подтачивают со всех сторон, физические болезни, разрушают тело, чувствуют, что могут в любой момент умереть. И знаете, люди в холодном поту просыпаются часто и ужасаются от всего того, что они вспоминают за свою жизнь. Они вспоминают множество грехов. И эти грехи, они как страшные призраки приходят в жизнь. И человек настолько иногда бывает впечатлен этими грехами, он дальше уже не может уснуть. Вот почему часто пожилые люди не могут спать. Вспоминают, все прокручивают в голове. Верующий человек, он, конечно, скажет: «Господи, прости меня за то, что я был таким черствым, каменным, жестким». Неверующий человек будет в ужасе пить какие-то таблетки, лекарства. То есть по-разному человек будет реагировать на свое состояние души. И поэтому в сны часто человек верит. Почему он верит в сны человек? А потому что это его впечатляет очень сильно. Он и настолько иногда верит в сон, начинает пересказывать другим. Потому что это, можно сказать, одно из самых сильных впечатлений в его жизни. Оно настолько сильное, что оно перебивает все остальные впечатления его жизни. Особенно если человеку снится какая-то трагедия, он думает: «Боже мой». Он просыпается в состоянии какого-то собственного апокалипсиса. Он не знает, что с этим делать, как это переварить в своей душе, как с этим справиться. Поэтому и люди рассказывают свои сны. А на самом деле человеку нужно не рассказывать этот сон, потому что доверие снам – это большой грех, говорит нам святой Иоанн Лествичник. Почему? Потому что когда мы доверяем этому сну, то мы на самом деле доверяем пустоте, бессмыслице. Сегодня в Евангелии вы слышали замечательные слова, что те, кто имел благо, отымется от него. И те, которые не имели, но думали, что имели, и это отымется от них. А что же это мнимое? А мнимое, братья и сестры, то, что думают, что это какое-то благо или какое-то что-то важное, это есть вот эти
удовольствие, которое человек думает, ну это же хорошо, но на самом деле это мнимое благо, и оно приносит только мнимое удовлетворение жизнью. И вот бес погружает человека именно в мнимый мир, несуществующий мир, выдуманный мир, как мир кинохудожника, сказочника, кого угодно. Но человек может очень глубоко погрузиться в этот мир и буквально даже отказаться от этого мира реального. Но в результате мимо него пройдет его собственная жизнь, как величайший дар. В каком-то смысле это метафизическое самоубийство. Потому что человек оказывается вне реальной жизни, настоящей, подлинной жизни. И вот ад, вот это падение в бездну, это бесконечное погружение в иллюзию. А иллюзия рано или поздно проходит, как у наркомана проходит, и начинается потом ломка. И так бесконечно. Иллюзия, ломка, иллюзия, ломка. Этот порочный круг никто не может разорвать, только Христос. Потому что только Он разрушил ад. Но люди, к сожалению, его сами реанимируют, этот ад. И поэтому, когда мы приходим к какому-то состоянию уныния, отчаяния, безнадежности, бессмыслицы, все нас раздражает. Раздражают люди, раздражают машины, раздражает воздух, раздражают насекомые, раздражает все. Что это? Это, братья и сестры, ад. Мы уже в аду, если все нас раздражает, если все нас мучает, если все нас достает, мы уже в аду. Потому что когда человек покидает этот мир в этом состоянии, то, собственно говоря, ничего там не происходит. Человек просто остается в этом состоянии. Просто там оно уже бесконечно, и там уже невозможно что-либо изменить и что-либо исправить. Особенно, братья и сестры, не осуждайте. Потому что осуждение – это страшнейший грех. Зависть – страшный грех. Это страшные пороки. А знаете, есть такие, которые, ну, как бы не осуждают, но постоянно, как говорят, подкалывают. Вот им нравится постоянно над кем-то иронизировать, подкалывать, шутить глупо. А человек не всегда может ответить на эту глупую, порой даже жестокую иронию. Издеваются над простодушными людьми. А на самом деле потом тяжело человек переживает это. Он глубоко ранен в свою душу. И что же получается? Мы даже убиваем так вот, знаете, такими вот мелкими иголками можно заколоть человека. Не обязательно ножом. Это говорит о том, что у нас уже проявляется вот это состояние адской души. Человек уже бесноватый. Потому что безумие, Иоанн Златоуст называет кратковременным беснованием. Безумие, гнев, простите, он сказал гнев, это кратковременное безумие, кратковременное беснование. А мы как гневаемся, разве мы не беснуемся в этот момент? Если бы мы могли бы, мы как вот этих свиней тоже могли бы взять и точно так же сбросить в кручину. Поэтому, братья и сестры, мы приходим в храм Божий для того, чтобы вымолить у Бога доброе сердце для себя, доброе сердце, мягкое сердце, чтобы у нас не было черствого сердца, а иначе будет это бесконечное беснование. И нам будет думаться, что бесноватые – это те, которые на отчитках где-то там по монастырям. Нет, братья и сестры, это лукавство, это хитрость, это есть беснование. Потому что мы как бесы поступаем, мы искушаем других. Нужно быть добрым человеком. Нужно всегда сострадать, стараться понять человека. Вы знаете, один из величайших отцов сказал такие слова. Это очень глубокие слова, братья и сестры, то, что вы сейчас услышите. Он сказал так. Ни один человек, который молится за других людей, который имеет глубокую молитву внутри себя за других людей,
Он никогда не будет над людьми издеваться, он никогда. Почему? Потому что он знает, как тяжело вымолить человека, как тяжело спасти душу человека. Какой это тяжелый труд вообще смотреть за душой человека, как это тяжело. Поэтому, когда в нас это все происходит, мы несем всякую чушь, всякий вздор, нелепицу. Это все говорит о пустоте нашей душевной. Дай Бог, братья и сестры, чтобы мы пришли в разум истины, и чтобы мы знали, что нельзя других людей судить, потому что они такие же люди, как и мы, которые ошибаются. И в заключение приведу вам еще слова одного подвижника святого, который сказал, что человеческое дело согрешить каким-то грехом. Согрешил человек, но потом он покаялся. А вот дьявольское дело – это находиться во грехе, жить во грехе. И вот когда мы постоянно делаем вот эти мелкие грехи, осуждаем, подкалываем, подтруниваем, все вот это, знаете, это есть вот это дьявольское состояние души. Потому что он постоянно это делает и не кается. А смотришь, какой-то даже он большой грех сделал, но он потом кается и просит у Бога и у людей прощения, что он поступил бесчеловечно. А мы можем всю жизнь вот так вот, с подтишка, вот так, с лицом хорошим, красивым, и делать всегда какие-то замечания не в попад, людям боль причинять и так далее. И вот так всегда, понимаете, вот это ужасно. Вот это из-под тишка самое страшное. Как и вот этот терроризм, который сейчас охватил мир. Все из-под тишка. Нет, чтобы честно поднять забрало и показать, кто ты. Нет, всегда в балаклаве, нет, всегда, чтобы скрыть свое ужасное, уже дьявольское, демоническое лицо. Всегда как-то вот так вот, из-под тишка. Да, есть просто большие грехи, есть маленькие из-под тишка, но из-под тишка. Дай Бог, братья и сестры, чтобы не было вот этого из-под тишка в нашей жизни. А иначе будем незаметно уже здесь лететь в эту бездну. И у нас только будет чувство полета. Чувство полета будет, но это полет будет вниз. И когда-то больно ударимся. Я так с болью об этом говорю, братья и сестры. Потому что знаю, как обычно живет наш обыватель. Внешне он хороший, благообразный, благочестивый. Все он правильно вроде как делает. Все общество говорит о нем, действительно хороший человек. Но вот он всегда делает вот эти такие, знаете, вот так, где-то в тайне, с кем-то обсудить кого-то. Вот это, знаете, вот это самое. Нет вот этого, понимаете, вступить в честный диалог. С открытым лицом, сказать человеку правду. А все вот так вот как-то, понимаете? Вот это страшное, это самое чудовищное. Потому что бес всегда прячет свою морду. Я не говорю лицо, там нет лица. Он всегда прячет. И вот когда мы прячем свой грех, вместо того, чтобы раскаяться, вот это и есть бесовщина. Всегда нужно быть честным. Пусть Господь нас наставит на эту истину, чтобы мы были открытыми, и чтобы никогда не было вот этого из-под тишка. Храни все Господь, братья и сестры.